Всем привет, я рад вас приветствовать на своем канале. Давно не было видео у меня, ну вот, потому что ничего не происходило особо. Вот, немного порядок навел вокруг пруда. Вот, все растения пересажены, гравий удален. Хочу рассказать, как зимуют рыбы в пруду, что надо делать, чтобы они не замерзли, не задохнули и все было хорошо. У меня банально работает обычный аэратор на 550 литров в час. Такой синенький, серо, кажется, называется. Я не буду открывать это ведро поднимать, потому что оно крепко хорошо стоит и уже вмерзло. Сейчас просто покажу. 4 выхода у него. Вот, достаточно обычные камушки. Вот. Один. О, уже слиплись. Вот там 2 еще. Что-то левый не очень работает. Да ладно. И еще один. Короче, все, 4 камня. И вот так они аэрируют. Получается хорошая полынья. В большие морозы она просто так купол образуется. И все там очень активно бурлит. Водичка насыщается кислородом. Вот так легко и недорого. Там я его покупал давно уже. Ну где-то за бэушный. То ли 1000 рублей, то ли 500 рублей он стоил. Также на Авито или где-то я на Юле нашел, купил. И вот который год он помогает мне сохранять рыбку в целости и спокойствии. Так что применять обязательно. В следующем году, ну, вот, с весны я куплю нормальный аэратор, там 1000 на 5, на 8 литров в час, который прогоняет кислород. Вот, потому что будет перестройка пруда, и я хочу добиться идеально чистой воды. Вот. Даже сейчас вот заметно, как с аэрацией вода становится чище. Вот такой вот выпуск. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь. Впереди много интересных видео. Всем до новых встреч!